Николай Аронов. Его никто не видел в студии. Никто ничего не знал о нем. Че за чувак? Его заметили, когда он начал делать логотип. Иронов не оставлял равнодушных. Что это? Мы еще не доросли до этого логотипа. Это какие-то символы, которые они во мне увидели, как бы типа они сюда выдали так. Это мое лицо! Этого! Посмотрите! Нет ни малейшего шанса, что это просто совпадение. Это все начало нового пути. Его работы запускали в производство. Это все говорит то, что это живет уже на вывеске, на упаковке. Другие дизайнеры стали копировать его. Когда через несколько лет ты будешь смотреть и видеть, как трансформируется норма. Важное событие в мире дизайна. Наш дизайнер Николай Аронов справился блестяще с этой задачей. Николай Аронов – это не человек. Мы создали искусственный дизайнерский интеллект. Он может создать бесконечное количество логотипов, и все, что тебе нужно сделать, выбрать идеально. Способ делать быстро, много и разнообразно. Он создает совершенно новое. Он не боится критики. Получается что-то, что не думает так, как человек. Эта комбинация компонентов создает такой диапазон, который ни один живой человек не может покрыть. Даже я уже часто не понимаю, как именно он думает. Все уже произошло, это уже на улицах.